зажигательные ведущие, звездные гости, конкурсы, викторины и самые крутые факты из мира музыки. В студии Милана и Хрюша. Это Музток. И мы начинаем. Сегодня в выпуске. Сколько весит рояль? И куда исчезли фортепиано-жирафы? Какой инструмент стал символом джаза? И какой праздник больше всего любит певица Асет Самраилова? Начинаем с интересного факта, но для начала отгадайте загадку. Узнать его нам просто, узнать его легко. Высокого он роста, знаком вам всем давно. Не знаешь? Ну, если бы мы вели рубрику про животных, я бы сказал, что это жираф. Ну, почти, ты уже близко, Хрюш. Да? И что же это? Это фортепиано-жираф. Представляешь? Что? А вот смотри. Так выглядит фортепиано-жираф. Инструмент был очень популярен в конце 18-го, начале 19 веков. А зачем вообще придумали такое фортепиано? Ну, создатели хотели сделать инструмент компактным, то есть чтобы он не занимал много места. Но, увы, у них ничего не вышло. Инструменты получались громоздкими, неуклюжими, а звук был слабым. Зато выглядит очень красиво. Ребята, а вы знаете, сколько весит рояль? А? Самый легкий, электронный, весит 100 килограммов. Самый тяжелый, концертный, 1000 килограммов. Масса самого распространенного рояля 320 килограммов. Кстати, столько же весит 64 слона. Ребята, хотите узнать что-то интересное из мира музыки? Присылайте вопросы нам, а мы обязательно ответим. Адрес вот тут. Ребята, знакомьтесь, у нас в гостях джазовая певица Асет. Доброе утро. Всем привет. Асет Самраилова. С детства увлекалась музыкой и любила петь. Окончила институт по классу хоровое пение, но с хором свою жизнь не связала. Девушку покорил джаз. Сегодня Асет – известная певица и композитор. Она не только дает сольные концерты, но и озвучивает мультфильмы, записывает саундтреки и участвует в вокальных шоу. Асет, вы прекрасно исполняете джаз. И сегодня мы с вашей помощью хотим больше познакомиться с этой музыкой и, конечно же, с вами. Согласны? Согласны. Во-первых, большое спасибо. Во-вторых, всегда согласна. Тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос. Главная особенность джаза – это импровизация, строгая игра по нотам, распев. Я думаю, что это импровизация, конечно. И это правильный ответ! А вот вы можете для нас что-нибудь симпровизировать? Я с удовольствием симпровизирую. Вот, может быть, мы что-нибудь симпровизируем на твою песенку. Ты давай начни что-нибудь спеть, а я дальше продолжу. Ну, давайте. У меня есть песня, которая называется «Краш». Можем ее. Давайте. На счет краш, два, три, по нам побегут мурашки. Я и ты, мы супер-пупер-крашки. Раз, два, три, да тил-дип-топ-па-па-ра-дия. Свия-ла-топ-ди-ди-ди-я, да мурашки. Ничего себе, вот это да! Прям совсем другая песня получилась. Да, это практически кавер, представляешь? Джазовый кавер на твою песню. Вот так. Надо подумать об этом. Здорово. А у меня подготовлен следующий вопрос. Давай, Хрюша. Внимание на экран. Какой музыкальный инструмент стал символом джаза? Варианты. Скрипка, фортепиано, саксофон. Ну, из всех вариантов здесь, конечно, я выберу саксофон. А мы сейчас проверим. И это правильный ответ! Хотя, конечно, это не единственный инструмент, который присущ этому жанру. Вот, например, кроме саксофона, что еще может быть?
Ну, я считаю, фортепиано. Ну, конечно, конечно. А еще какой такой красивый инструмент, который часто используется в акустических всяких концертах джазовых? Контрабас. Так, ну, конечно. Хрюш, откуда вот так вот Хрюша все знает? А вот так вот я такой. Да, да вообще, ты все ты знаешь. Ну, отлично, хорошо. Асет, а вот на каких музыкальных инструментах вы умеете играть? Я умею играть на фортепиано. Вроде бы так неплохо, иногда даже на концертах сама могу что-то себе саккомпанировать. Немного могу на гитаре побрянчать, на укулеле, но в общем-то и все. Угу. Вот так я бы сказала. Я думаю, вы еще научитесь много чему. Да? Да. Да было бы здорово. Я бы хотела, например, может быть, освоить какой-нибудь еще инструмент. Например, аккордеон. Это интересно было бы. Мы знаем, что вы пишете музыку. Да. Как приходит вдохновение? Расскажите. Я думаю, что положительные эмоции. Или, например, я посмотрела, сходила, не знаю, в какую-нибудь постановку или на концерт к какому-то исполнителю или к своему даже коллегам могу пойти на концерт и уже от этого вдохновиться. Или просто какая-то идея, вот вдруг она возникла, и ты понимаешь, о, классно, вроде можно что-то придумать. И вот так вот оно постепенно рождается. Конечно, это еще большая работа. Это не просто так, ой, ну-ка, вдохновение. Я сейчас, пожалуй, сяду и напишу. Нет, так не получается. Вдохновение — это да, но потом еще нужно себя усадить, и начинается работа, работа, работа. Согласен. Асет, вы любите праздники? Очень. А какой самый любимый? Мне кажется, я думаю, Новый год. И еще дни рождения моих детей. Раз мы заговорили о праздниках, тогда ответьте на вопрос. Когда отмечают Международный день джаза? Варианты: 1 октября, 30 апреля, 25 июля. А я знаю ответ на этот вопрос. 30 апреля. Совершенно верно, это 30 апреля. В чем секрет хорошего певца? Певец может петь классно, певец может выглядеть классно, у него может быть классный имидж, или у него может быть какая-то очень крутая, классная песня. Но иногда этого недостаточно. Вот должно быть какой-то, как говорят, magic, то есть должно быть что-то еще, вот что цепляет, мне кажется, человека, который смотрит на этого певца. То есть какой-то, что, какой-то компонент, плюс еще, конечно, удача. А мне кажется, должно нравиться то, что делаешь. Это, конечно, это прежде всего, но то, что ты делаешь, еще же должно понравиться кому-то, и вот твоя аудитория, она в тебе что-то находит, вот то самое какое-то, вот, вот тот компонент, то волшебство, волшебство, за которое тебя любят, или люди ходят на твои концерты. Ну и в завершении нашей встречи я хочу предложить вам пройти небольшой блиц-опрос, согласны? Конечно. Смотрите, вам нужно будет продолжить фразу, прям быстро и не раздумывая. Мне очень нравится... Жизнь. Угу. Я радуюсь, когда... Люди рады вокруг меня. Я никогда не буду... обманывать саму себя. Самой большой удачей я считаю... что я родилась в нужное время в нужном месте. Ух ты. А сложнее всего мне дается... математика. Музыка — это... моя жизнь. Я желаю всем здоровья, хорошего настроения. Спасибо большое, что уделили нам время спасибо и встретили вам это утро вместе с нами. Спасибо большое. Да. Спасибо. И спасибо, что ответили на наши вопросы. Было очень приятно познакомиться. Очень, Хрюшенька. Спасибо большое. А на сегодня это все. Слушай музыку. Хорошую музыку. Отличную музыку. И смотри Муз-ТОП на следующей неделе. Увидимся. Пока-пока.